Ох, нелегкая эта работа – собирать и разбирать спектакли. В среднем на монтаж декорации уходит по 2-3 часа. Говорят, самый сложный в этом смысле – Амадей. Когда на сцене трудятся они, посторонним вход воспрещен. Так положено по технике безопасности. Декорации громоздкие, тяжелые, всякое может случиться. Иногда очень тяжело. Просто вот уже когда вот руки совершенно не поднимаются. Ну вот уже не можем. Тогда да, уже хочется лечь и помереть. Но это редко бывает. Ну вот это. Крепимся, нас много, мы друг другу помогаем. Сегодня в театре трудится 10 техников по наладке и обслуживанию сценических декораций. Мужчины крепкие, физически подготовленные, просто загляденье для женских глаз. Но вот беда, с личной жизнью не у всех гладко. На нее просто не хватает свободного времени. Константину, можно сказать, повезло. Супруга тоже работает в театре. Другим же дефицит женского внимания компенсируют актрисы мускомедии. Потому что они на самом деле наши защитники и опора. От них очень много зависит наша жизнь, наша безопасность. Александра в театр привел брат лет 10 тому назад. Говорит, поначалу особого кайфа от работы не получал. Но теперь, будучи уже начальником машино-декорационного цеха, в другой профессии себя не представляет. Признается, что театр любит, но когда удается бывать на спектаклях, совершенно не следит за сюжетом и игрой актеров, наблюдает за тем, как закреплены колонны, надежно ли держатся. Самая полезная вещь, которая у вас всегда с собой, в кармане, быть может? Ну, шпилька и вязочка. Без них никуда в нашей работе. Для чего нужны эти странные предметы? Ну, вот за счет этого держится декорация. За счет этого, ну, что-то привязать, подвязать. Монтировщики – люди особенные. Они, подобно ниндзя, передвигаются по сцене. Оказывается, даже во время спектакля то они гости на балу, то деревья в волшебном лесу. В то время как зрители уплетают бутерброды в местном буфете, эти мужчины за 15 минут антракта успевают порой полностью сменить декорации. На вопрос, хотели бы поменять профессию, отвечают как один. Нет, здесь интересно. Это же театр. Елена Кузовкина, Александр Антропов, информационный канал «Город».